Всем привет, всем доброго вечера. Приехали мы из Самары, из Меги. И сейчас я хочу вам показать, что мы приобрели там. В основном были покупки в H&M, Киаби и Икея. Ну что, приступим. Так, первое, что я хочу показать. Вот такая вот, как не знаю, правильно называется, кофта, свитшот, куртка с капюшоном. Купили ее Алине в H&M. Она такая вот, знаете, тепленькая, утепленная, капюшончиком. Такой вот внутри, как с начесом, трикотаж. Как раз на вот сейчас будет у нас потепление. И под тоненькую курточку будет очень даже замечательно. С джинсиками будет просто супер. Так, стоила эта кофта 1500. По скидке взяли ее за 500 рублей. Длина у нее по пояс. Немножко такие удлиненные рукава здесь внизу, на резиночке. И внизу, соответственно, тоже дальше резиночка. Так, следующее. Следующее у меня была вот такая кофта. Белого цвета, но она не совсем белая, она где-то, наверное, молочного цвета. В магазин Киаби купили. Здесь у нее надпись. Такая немножко надпись. Вот, как бы сверху бархатом сделана. Такая немножко выпуклая. Стоила эта кофта. Толстовка, скорее всего, правильно называется. 650 рублей. Размер XS. Немножечко ей большевато, но так как здесь она выполнена из 100% хлопка, просто-напросто при стирке возможно, что вот она немножко подсядет. Поэтому я решила ей купить немножко побольше размера. Так, дальше. Купили ей такую футболочку с единорогом. Сама ее выбрала. Коротенькая, по пояс. Черного цвета, 100% хлопок. 399 рублей. Немножечко такая. Принт у нее блестящий. Для тела приятный. Нежный хлопок. Состав. Состав, ну, скорее всего, 100% хлопок, наверное. Ну, здесь на этикетке ничего не написано. Так, купили также ей джинсы, такие черные джинсы, обычные скини. Кстати говоря, зайдите в Киаби, там очень недорогие джинсы. Джинсы по 700 рублей. В H&M джинсы стоят такого плана где-то 1000-1200, а то и больше, 2-2,5. Здесь вот 700 рублей. Кстати говоря, кто небольшого роста и худенький, можете зайти в подростковый отдел и купить там такие джинсы. Так. Что здесь очень удобно, то что если, например, девочка худенькая, есть здесь вот такие резиночки специальные, то есть можно на талии немножко сделать поуже в поясе. Немножко, правда, длинноватые они ей, но ничего страшного. Она сейчас растет, и поэтому я думаю, что к лету будет ей самый топ по росту. Так, дальше. Кстати говоря, что мне нравится одежда в магазине Киаби, тем, что в
основном там продается одежда из 100% хлопка, что очень немаловажно для покупки для детей, ну и для нас самих. Так, дальше что у нас? Взяли вот такие обычные леггинсы черного цвета. Я ей говорю: Лен, давай еще какие-нибудь другие выберем. Она говорит: мам, мне достаточно черного цвета, ей нравится черный цвет. Подо все, в принципе, подходит, под любую футболку яркую, под любой свитшотик. Короче говоря, нормально. Стоили они всего-навсего 200 рублей. Вот. Тоже очень такой нежный хлопок. И да, он 100% хлопок. Были там серого цвета, были, по-моему, синие, бордовые. Но Алина остановилась, выбор на черном цвете. Зашли также мы с ней в магазин Твое. И немножко так пробежались, посмотрели по вешалочкам, что у них там висело. И вот я себе взяла вот такой вот джемпер, ну или по-другому говоря, толстовка. Она сейчас у них там продается со скидкой, была 700 рублей, сейчас за 500 рублей. Такой вот красивый ярко-салатовый цвет такой. Даже, можно сказать, лимонный, салатовый, там, в зависимости от освещения. Такая вот она, спортивного типа, с джинсами, с какими-нибудь леггинсами, либо со спортивными брючками, будет на весу самый то. К этой толстовке, ну, вот такие вот штанишки взяла тоже, с трикотажа. Здесь кармашки есть, завязочки впереди. Ну, сзади просто, в принципе, так сшиты. Внизу на резиночке, как бабушка-резинка. Что здесь? 50% хлопок, 50% полиэстер. Боюсь, что, конечно, в составе есть полиэстер, поэтому они немножко будут потом появляться на нем, на них шарушки. Ну, в принципе, цена недорогая для такого плана брюк. Стоили они 600 рублей. Я взяла размер 44 S-ку. Вообще ношу XS низ, но так как я их померила, XS, они немножко у меня были как бы в облипочку, поэтому я считаю, что такого плана штаны должны висеть немножко так как свободно, поэтому решила взять побольше размер. У меня будет вот такой вот костюм на весну, яркий верх и такой потемнее низ. С кроссовками, с кедами, мне кажется, будет вообще супер. Так, дальше. В H&M Саша взял себе вот такую толстовку, ему очень понравилась она с капюшоном, теплая, капюшончик даже такой как бы двойной, можно вместо шапку не носить, просто на голову капюшон надеть и все. И она так как внизу вот такая с начесом, теплая. Размер, кстати говоря, сейчас у него S, вот. В принципе, сел на нем она очень хорошо. Он немного похудел. Здесь впереди такие карманы хорошие. Как кенгуру карманы. Он говорит, очень удобно. Положить телефон, ключи. Вот. Также со спортивными штанами очень будет здорово. Носить такую толстовку. Толстовка, кстати, была с хорошей скидкой. Была она раньше 1700, он купил ее за 700 рублей. Так, дальше, что у нас? Дальше. Вот такой вот красивый бомбер. Тканица интересная такая, она вроде как бы под шелк сделана, это не совсем шелк. Впереди вышивка. По вороту немножко такой вот люрекс есть, переливается.
очень хорошо будут смотреться, скорее всего, с джинсами. Он на подкладе. Подкладка такая вот шелковая. Единственный минус, то что нет здесь петельки. То есть, если, например, в школу в ней придет, повесить на гардеробный на крючок уже, к сожалению, не получится. Поэтому, скорее всего, надо будет, наверное, отдельно еще крючочек сюда мне нашить. Так, есть карманы, что очень удобно. И провязные кармашки. Стоило это куртка или пиджак. Здесь написано, что это пиджак. 1500 рублей. Размер мы купили М-ку на рост 164-170, рост 18 лет. Она померила поменьше размером, она немножко ей была, ну, можно сказать так, впритык. Купила себе вот такие ботинки H&M. Они под замшу. Здесь такая резиночка, небольшой каблучок и острый нос. Коротенькие, ну, на сухую весну, сейчас немножко подтает и будет самое то. Я ношу 36 размер, эти ботинки были с хорошей скидкой, они были раньше 2000 рублей, 1999, я их купила за 500 рублей. Ну, знаете, когда есть такая хорошая скидка, хочется что-то приобрести. И поэтому, если тем более размер тебе очень хорошо подошел, поэтому решила я их купить. Ну, может быть, буду носить их как раз на работу. На работе у нас прохладно. Они такие больше в классическом стиле сделаны. Очень хорошо будут смотреться либо с узкими брючками, либо с юбкой. Теперь мы, наверное, приступим к покупкам из Икеи. В Икее что мы купили? Так, в Икее мы купили вешалки. Комплект из 10 вешалок. Стоило, по-моему... Я не помню, сколько стоило. Но буду вот здесь вот наверху писать. Напишу, вернее. Потому что я не помню их цену. Вешалки купила. Почему? Потому что у меня... Есть шкаф-купе в прихожей стоит, и он сам по себе по глубине узкий. То есть у него глубина меньше, чем вмещаются как бы обычные плечики. Вот эти плечики небольшого размера, и когда на них вешаешь вещи, шкаф-купе у меня, в принципе, будет нормально закрываться. Сейчас у меня с этим проблема. Шкаф-купе плохо закрывается. Вот. Так. Дальше. Купили вот такую вот, она правильно называется. Так. Короче говоря, это яблоко резко. Такая яблоко резко. Зеленый цвет. 150 рублей она стоит. Не знаю, конечно, как она будет работать. Ну, надеюсь, что будет нормально. Вот такую салатницу себе взяла, 100 рублей всего стоила, очень удобная такая, форма у нее классная. Думаю, буду делать в нем вкусный и красивый салат. У меня садится батарейка, буду быстро вам рассказывать, показывать. Купила комплект постельного белья, два комплекта такого цвета, очень красивый, 100% тук. Под этот комплект натяжную простынь. Цены писать буду наверху. Простынь нежно-розового цвета. Персиковый нежно-розовый. Вот такую тюль белого цвета для зала. У меня скоро будет здесь новые тюль и новые шторы. Шторы серого цвета. Такую подушку у нас с эффектом памяти. Я себе такую уже купила, у меня есть, я на ней сплю. Эту подушку себе купил Саша. Вот. Клевая подушка, всем советую, очень на ней комфортно спать. Она будет наверху. Все,
все наши покупки. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Кому понравилось наше видео, ставьте мне пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. И всем всего хорошего.